Врываемся в новый день. Я позанимался физкультурой. Готов. К новому дню, конечно, тяжеловато вчера было. Сейчас позавтракаем и помчим. Так, ну вот, короче, мы на Байкале. Где-то. Вот он, Шаман Камень. Известный. Вот, соответственно, сам Байкал. Это лесенка. Вот первое впечатление у меня было, что вроде как так все просто, я даже сказал скучно. Но вот сейчас вот этот воздух пресный, вот у моря он такой соленый, а здесь прям пресный, причем очень чистый. Нет там рыбы какой-то примеси, очень такой прям, ну, чувствуется природа, сила природы прям такая наполняющая энергия. Прикольно. Так, вот мы и приехали. Кто-то смотрит на людей, а я смотрю на объекты недвижимости. Вот, красавец Байкал. Здесь еще дом. Ну, назвать. Это омут все. Это голомянка. Это и нравится, да? А запах. Горячего по одной. Так, а вот что по. По земле 8 соток, 9 миллионов, короче, единицу за сотку. Вот там Байкал. Предложение спича про недвижимость. Вот она, Лиственка. Отдаленно напоминает Красную Поляну, но супер отдаленно. Я вот помню Красную Поляну в 99 году. И вот Красную Поляну 99 года, это очень интересно. А вот он, Байкал. Так, а вон этот пресловутый, прекрасный лед Байкала. Это вообще классное зрелище, конечно. Стоит приехать зимой. Я же говорю, очень похоже на Красную Поляну. Байкал. Это дендропарк. Обожаю искусство. Пообедали в том же месте, где ужинали. Я понял, что мне точно нужно усилить свои вибрации, поэтому купили билет на концерт в Иркутскую филармонию. Ну вот мы в филармонии. Ну и снова картины. Паркет. Прям супер.